my surprise. Кожаные куртки, брошенные в угол, тряпкой занавешенное низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, дымите, а служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках. Чайка испорхнет за спиной, долго придется нам падать в этот прыжок затяжной. Облачко белого шелка, чайка испорхнет за спиной. Нас упрямые в штопор кидали и били упруго в лицо. За стрелкой секундной глаза наблюдали, а руки сжимали кольцо. Долго придется нам падать в этот прыжок затяжной. Облачко белого шелка чайкой вспорхнет за спиной. Умолкла гитара, окончена песня, но только не сказано в ней, как громко стонала земля от ударов, когда мы теряли друзей. Долго придется нам падать в этот прыжок затяжной. Облачко белого шелка чайка испорхнет за спиной. Долго придется нам падать в этот прыжок затяжной. Облачко белого шелка чайка испорхнет за спиной. Эй, ты, серый день, дело в том, что нам не лень превратить твою суть в буйство красок. Эй, ты, длинноногая ночь, в наших руках будешь точь-в-точь сказочной дамой на маскараде масок. Это нам не просто так, здесь идут, ускоряя шаг, иди, ребятам! Нам запреты нипочем, открываем дверь плечом, ну а те, кто против, пусть бегут. Русские идут. Ты не всегда видна, так хотя бы свети вдохновенной ночью. И тогда наверняка сможем мы растопить снега, бесконечно холодных дух и прочее. Это
место вам не просто так. Здесь идут, ускоряя шаг, идти, ребята. На запреты нипочем, открываем дверь плечом. Ну а те, кто против, пусть бегут. Русские идут. Русские идут. Русские идут. Русские идут. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. Мы по любимым разбредемся и по улицам, наденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. Окончание первого этапа летно-тактического учения «Отражение налета условного противника» с посадкой на своем аэродроме. Ну и, значит, 15 часов перелет Саватия-Мончегорск. Для руководства обеспечения полета назначаю группу руководства полетами в составе. Старший лейтенант Василенко. Погода на период полетов и перелета обусловится влиянием теплого сектора. Теплуна. Ожидаю облачность по нашей точке. Облачность в Хабаровске зайдет. Значит, и что? Командир прилетает, они в 14 часов вылетают в Талахи, в Сталах в Летнеозерск перевозят личный состав, потом с Летнеозерска прилетают сюда, и в этом классе командир будет заслушивать, что мы будем делать, вот эти вот все решения здесь, и должны присутствовать руководящий состав, ну я не знаю, частей, ну частей тоже, командира частей, наверное, побудет. Заместители, командиры подразделения. Сам я в этих полезинках не разберусь. А что, ну там перед ним, на правду, Вернее, после того, как мишень стартует, через 2 минуты вы должны находиться вот здесь в воздухе. Рассчитано. Значит, забитый ППМ у вас будет 85 километров. Вон тот, где она начинает снижаться. 85 километров. Вот этот участок вы лететь должны 4 минуты на скорости 900 километров в час. Рассчитано. Истинно. Да.
нельзя сказать, что вот она обязательно. С креном, делаю с креном 30 градусов, отворот вправо. После загорания лампочки отворот, увеличу крен, дольше. 15-15, высота цели 8600. И заднюю полусферу азимут 70 градусов, дальность 70, время 18.30. Высота 8600. Все по контрольными целями. И все, да? Падает. И малосотный вертолет. Да. Ну, который... Своим работаем. Все понятно. Сейчас я хочу сконцентрировать ваше внимание, особенно всего летного состава, на порядок проведения боевых стрельб непосредственно там, на третьем этапе. Схема управления присоединившим стрелкой. Значит, общая совместная постановка задач. Завтра 20-е, там. 21-го, сдача зачетов, изучение района полета. Подготовка сдачи зачетов посредством связи. И 22-го числа выполняем полетами. 8. На 2 вылета делать каждый. 16 вылетов, да? 16 на 2, 32. 32 самолета вылета. Выполняем с заявкой, чтобы штурман дал выход в расчетную точку сюда. Проверка, как вы будете туда идти, где находится зона ожидания, каким образом это все будет выглядеть. Я не исключаю, что в этот момент при организации полетов ближе ко второй половине дня командир полка вылетит сюда вертолетом, чтобы находиться здесь непосредственно. А штурмана займут дальние зеленцы и Кельдин Пресса. Левым разворотом на мыс Шарапова и проходите по маршруту термита. Это высота, если разрешат, 250 метров, если допуск есть, если нет, то на высоте хотя бы 1000 метров, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Это смысл Шарапова. И в 10.50, вот здесь, да, и в 10.50 стартует прогресс отсюда, бригада обеспечивает морпехов. То есть в одно и то же время старт и сюда идет, и сюда сразу стартует. Естественно, к этому времени уже два экипажа находятся здесь. Так вот, в целях мер безопасности, при проверке прицела, вот прицел, все.